Всем добрый вечер. Рад вас всех видеть в этот специфический день. Вообще сегодня необычный вечер, конечно, но, собственно, мы хотим сегодня посвятить наш концерт в первую очередь такому великому музыканту, можно сказать, музыканту в джазовой индустрии номер один, который дал очень много пластов и влияний на многих музыкантов, в том числе и на меня, естественно. Это Майлз Дэвис. Мне очень приятно сегодня будет играть его музыку. Я давно хотел этого. И, собственно, мне в этом помогают мои музыканты, мои друзья. И я хотел бы тогда, видимо, посвятить этот концерт, естественно, событиям. И представлю моих друзей-музыкантов. Андрей Марухин, клавиши, синтезатор. Станислав Полеха, бас-гитара. Павел Майдан, барабаны, ударные инструменты. Ну вот, собственно, с вашего позволения мы начнем. Thank you.
Riot Sense Pledge, Miles Davis. Thank you.
Следующая композиция называется It's About the Time. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция будет из, так скажем, другого концепта, другого времени, когда Майлз Дэвис играл в квинтете с таким саксофонистом, как Уэйн Шортер. Это его авторская композиция, называется «Footprints». Уэйн Шортер. Thank you.
Следующая композиция будет называться Black Sad Scene. Майлз Дэвис. Thank you.
Жан-Пьер, Жан-Пьер, мадемуазель, Жан-Пьер. Thank you.
Спасибо большое. Это была композиция Rock It Herbie Hancock, которая тоже непосредственно имела участие в проектах, в альбомах, в концертах с Майлсом Дэвисом. Ну, собственно, все на нашем. Концерт закончен. Хочу представить еще своих музыкантов, своих друзей. Андрей Марохин, синтезатор. Павел Майдан, барабаны. Станислав Полеха, бас-гитара. И я, Михаил Лисов, с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. До новых встреч.